Представьте себе, как это кощунственно выглядит. Те же ТЦКшники, которые отправляют человека на войну, они же его оттуда доставляют. Они же потом ему выделяют это место на кладбище, еще и сопровождают. Запрещали нам разговаривать на нашем русинском языке. Внушали нам, детям, что это быдлячий язык, что на нем разговаривать нельзя, что на нем не разговаривают необразованные быдлы и прочее, прочее, прочее. Я очень счастливый человек, потому что и вы счастливый человек, потому что у нас с вами повезло, мы живем в самых лучших странах мира. Происходит настоящий геноцид украинского народа, украинских мужчин прежде всего. Татьяна, приветствую вас. Здравствуйте. Татьяна, ну, прежде чем говорить в целом о ситуации на территории Украины, у меня вопрос к вам, как к человеку, который родился в Закарпатье. Вот с одним из собеседников нашей программы мы как-то обсуждали вот те видео многочисленные, которые мы сейчас видим, их по-разному называют, бусификация, ну, когда украинских мужиков хватают на улицах, пихают в какие-то автобусы, чаще всего с применением силы, и потом они оказываются там через несколько дней уже, ну, хорошо, если живы. Районы Украины, где наиболее активно ведут себя эти люди, это... Одесса, ну, уже такая стала мемом, в общем-то. И Западная Украина, и Закарпатье в том числе. Вот вы для себя как отвечаете на этот вопрос? Почему именно определенные регионы Украины подвергаются такому массированному отлову, если так вот можно выражаться? Во-первых, нужно немножко разделять Западную Украину, потому что Закарпатье всегда отличалось от всей Западной Украины. Есть Прикарпатье, есть Западная Украина. Это Западная Украина, еще и часть Западной Украины, получается. Конечно, конечно. Она разделяется, причем веками, даже ментально. А то, что на Закарпатье живут русины. Вот-вот, да, это же. Ивано-Франковск, Тернополь, Черновцы. И это уже идет Львов, центр. Это идет уже такая, знаете, страна Бандерия. Можно так ее назвать. Это уже Галиция. А вот, и касательно Закарпатья, я не могу сказать, что именно в Закарпатье сейчас активно идет отлов. Потому что в Закарпатье... Очень непростые женщины. Со стороны, во всяком случае, может быть, где-то даже и комично это смотрится, хотя я понимаю, там никакого комизма в этих ситуациях нет, когда именно женщины, там, чуть ли не с вилами, топорами и палками набрасываются на этих ТЦКшников. Как раз те видео, которые сейчас распространены в соцсетях про этих женщин, это как раз женщины Закарпатья, это русинки, такой характер. Защищают настоящие защитницы. И хочу сказать, что очень мало в Закарпатье женщин, которые поддерживали Майдан тот же, опять-таки. Потому что даже если взять 2014 год, когда начался Майдан, даже если взять первый Майдан, 2004 год, ведь Закарпатье около 80% голосовали именно за Януковича, не за Ющенко. Несмотря на то, что кто-то обобщает и говорит, что Западная Украина. Западную Украину нужно понимать и разделять. Поэтому, что касается Закарпатья, там поменьше отлова, но он, конечно же, есть. Вот, но там, я говорю, очень активно как раз защищают своих мужчин, свои права, даже церковь, если вы недавно видели, это уже, да, отвоевали священников, которые ЦКА хотели забрать. Но тоже женщины. Поэтому я немножко, знаете, более спокойна за Закарпатье, нежели за другую часть Украины. Кипение, она где? Вот в народе-то. Но это же, я так понимаю, да, где-то меньше, где-то больше. Но вообще процесс-то повсеместный. И особенно на фоне сообщений о каких-то безумных... объемах денег, которые находят то у врача, который там выписывал диагнозы, какие, мы не знаем, да, ну, там, следствие какое-то уже, видимо, разбирается, но будет ли разбираться вопрос, то еще чиновника средней руки, и все понимают, откуда эти деньги, и как они туда перекочевали, и из чьих карманов, да, и все это все видят. Те же ТЦК, которые отправляют на фронт, потом они же
крышуют кладбищенский бизнес. И те же, представьте себе, как это кощунственно выглядит, те же ТЦКшники, которые отправляют человека на войну, они же его оттуда доставляют, они же потом ему выделяют это место на кладбище, еще и сопровождают. Вот это, знаете, когда вы видели, ну, все становятся на колени. То есть, если, например, ТЦКшник не отловил определенное количество, у него есть своя норма людей, то могут отправить его. Если пограничник, предположим, там, да, кого-то, какого-то ухилянта, да, пропустил каким-то образом, не доглядел, его могут отправить. Поэтому у них сейчас это все жестко. Совершенно недавно кто-то из украинских как раз-таки деятелей оценил качество тех людей, которые попадают на фронт по итогу. По итогу вот этих вот, ну, я не знаю, как это правильно назвать. Ладно, назовем это пока приличным словом мобилизации. Ну, по его мнению, во всяком случае, что один из 25 вот таких, так вот мобилизованных таким образом действительно, ну, воюет. Все остальные либо погибают, либо это дезертиры. Мое мнение, что, конечно, все уже на самом деле понимают, потому что те герои, скажем так, да, которые изначально рвались на фронт, они уже давно там. Часть из них уже там, в земле. Не вернулись домой, все это все понимают, уже этой эйфории нет, она закончилась, потому что трупы постоянно, да, вот, приезжают в каждом селе, такого села нет на Украине, где бы не было похоронок, да. Поэтому все, эйфория прошла, все понимают, что не за Родину они воюют, а воюют именно за Зеленского. Ну, Зеленский сам же говорит, из песни слов не выкинешь, мы же воюем за что? Мы воюем за Европу, за НАТО. Поэтому все это все уже понимают. Просто нет выхода у украинских мужчин, те, которых была возможность финансовая, возможность выехать, не выехали. А что делать с теми, у кого ее нету? Все. У них все. У них просто уже, знаете, настолько тяжелая ситуация, и выход с нее только один – это достижение цели СВО – России. Потому что если не Россия, то больше этим людям никто не может помочь. Никак. Абсолютно. А каким вы видите вот в вашем представлении достижение цели СВО России? На мой взгляд, вообще то, что сейчас на Украине происходит, да не только на Украине, во всем мире, это явная борьба, противостояние добра и зла. Запад против русского мира. И прежде всего это борьба за уничтожение православия. Напомню, что еще пришедшая с Майдана власти, назначенная непосредственно США, сразу начали давить на что? На церковь. Устроили полный беспредел именно в колыбели нашей православной цивилизации. Кстати, недавно в беседе, наверняка вы видели, с пранкерами, экс-госсекретарь Майкл Помпео хвастался, что участвовал в создании неканонической ПЦУ и признался, что всячески поощряет ликвидацию православия на Украине. То есть, видите, они раньше хотя бы как-то пытались завуализировать, да, вот эти моменты, а сейчас уже в открытую говорят, это вот какая это борьба, вот для чего это все делается. Но сейчас, конечно, на данный момент уже наблюдается такая тенденция, что война на Украине выгодна только самому Зеленскому. Потому что американцы, вы видите, да, у них скоро выборы, через сколько, 3 недели, по-моему, да, до выборов осталось. И рейтинги очень сильно падают из-за того, что финансирование идет на Украину, помощь. Все же это все понимают, да? Вот. Германия то же самое, Шольц заявляет, что не готов помогать сейчас на данный момент Украине. Конечно, какая-то помощь идет, но заявляется уже совсем по-другому. А Зеленскому выгодно, потому что это нереальный бизнес, он же царек у себя. С очередным планом победы он ездил, ну, тут совершенно недавно снова на Запад. И, ну, вроде как достаточно прохладно восприняли все его идеи и не поддержали по факту-то. Хотя, ну, по сулами и по вот этими морковками, висящими там перед усликами, конечно, помахали. Этой морковкой, которая дразнит этого ослика нашего,
Украину целую, имею в виду, да. Мы знакомы с ней 14-го года. Я это все прекрасно помню. Это Майдан, это Европа, Европа, Европа. Все хотим Европу. Ну, кто кого возьмет в Европу, кому не надо. Просто нашли людей, инструмент, которым можно воспользоваться против России. Все. Очень жалко мне людей наших, украинских, потому что они сейчас стали просто заложниками. Происходит настоящий геноцид украинского народа, украинских мужчин прежде всего. Хотя наверняка вы видели уже заявление неких экспертов, так называемых, которые входят в пул Зеленского непосредственно, да, которые говорят уже, ну это же война, недостаточно призывать мужчин. Нужно призывать и женщин. Мало того, что мобилизационный возраст хотят понизить конкретно, хотя Зеленский, конечно, у себя сейчас на телемарафоне заявил, не-не-не, мы ничего понижать не будем. Но он же и до этого говорил много всего. Ему никто уже давным-давно не верит, и его слова никто вообще всерьез не воспринимает из уважающихся себя людей, да, политиков и общественных деятелей, да и вообще людей простых обычно. Поэтому, конечно, им нужно масштабно, им нужно большое количество людей, неважно, кто это, дети, старики, инвалиды, женщины, потому что они не хотят, чтобы закончилась война. Они, им не выгодна эта история. Но если она закончится, то что, как, а что дальше? А государство не думает именно с того момента, это по моей даже памяти, как только Украина стала колонией Запада. Вот после Майдана, когда пришла майданная власть, тогда для меня лично Украина уже перестала существовать как государство. Вот, и благо, с Божьей помощью, что мне удалось уехать в Россию, что я обрела свою родину, потому что на моих глазах начинался как раз процесс уничтожения. Хотя, если сказать откровенно, то украинизацию я почувствовала не в 2014 году. Украинизацию я почувствовала еще в школьные годы, в школьное время. Я русинка по национальности, и у нас в Закарпатье все понимали в Украине, что мы русины, а во всем мире мы признаны национальным меньшинством, кроме, конечно же, Украины. Потому что как Украина, знаете, Украина для украинцев. И нас не признавали национальным меньшинством, и очень хотели разбавить как раз украинскими националистами наше Закарпатье. Я помню, в школу к нам приезжали преподаватели из Львова, и запрещали нам разговаривать на нашем русинском языке. Внушали нам, детям, что это быдлячий язык, что на нем разговаривать нельзя, что на нем не разговаривают необразованные быдлы и прочее, прочее, прочее. Поэтому украинизацию я еще почувствовала тогда, когда нам запрещали вообще говорить о том, кто мы, что мы за нация. Как вы думаете, есть ли еще шансы у Зеленского получить какую-то поддержку? В глобальном смысле я имею в виду. Я прекрасно понимаю, что она-то не прекращается, вы правильно говорите, от выделяции. Дальше, я думаю, чтобы, знаете, так поддерживать вот этот вот огонек там. И техника какая-то будет идти. Может быть, опять же, не в тех объемах. Но совсем без ничего я не думаю, что оставит режим. Юрий, вы очень точно подметили по поводу огонька как раз. Американцам же выгодно, чтобы в каждой стране вот этот огонек не тух, потому что на всякий случай пригодится. Его в любой момент можно активизировать тогда, когда нужно. Поэтому, конечно, на 100%, чтобы это прекратилось, этого, на мой взгляд, не будет. Это невыгодно никому. А что касается Зеленского, да, для них это очень хороший персонаж. Просто я очень хорошо знаю, кто такой Зеленский. Я с ним лично знакома еще с того времени. Да, я знаю, кто такой Порошенко, опять-таки. Почему Зеленский выгоден больше всего? Потому что Зеленский, мы знаем, что у него не было никакого политического, скажем так, опыта, и до сих пор он руководствуется только тем, что ему там, говорят советники из американского посольства, из Госдепа и прочее. Поэтому он выгодный на данный момент. Коль уж упомянули в разговоре выборы в Америке, разные точки зрения на тот счет, что будет в зависимости от того, да, кто победит. Ну, кто-то же в любом случае победит. Я лично думаю, что сильно ничего не поменяется для тех процессов, которые происходят здесь у нас, которые болят нам. На ваш взгляд, кто бы выгоднее?
Трамп, Харрис, да хоть ослик ИА, его тоже поставьте. Мне кажется, ничего глобально для нас не изменится. Потому что все мы понимаем прекрасно, кто руководит. Соседние с Украиной, Молдове, прошли президентские выборы, но результат известен президентских выборов. Это в первом туре никто не победил, будет второй тур. Но самый главный вопрос, наверное, ну, как говорят, во всяком случае, сами молдавские политики и люди, кто следит за молдавской политикой, был не этот, а тот, что вынесен на референдум о евроинтеграции Молдовы. Когда-то этот вопрос стал для Украины роковым. У меня не ново. Работа «Соросят», как там начиналось в Украине все с евроинтеграцией, так и здесь. Но не дорабатывают они, я хочу сказать. «Соросята» не дорабатывают в этот раз. Я думала, что они как-то и с референдумом справятся, да, и в первом туре справятся. Но уже, видимо, как-то они даже сдают свои позиции. Потому что я думала, что нарисуют они немножечко другие циферки, все будет по-другому. Ну хотя, знаете, я смотрю, вот так обычный простой народ понимает даже на опыте Украины, что происходит и куда их пытаются втянуть. Ну, там и Румыния под боком тоже, да. Ну, там особенностей очень много. Там же, ну, я не знаю, как, насколько это действительно так, но очень похоже на правду. Там чуть не у каждого второго гражданина Молдовы есть румынский паспорт. Да, точно так же, как у нас в Закарпатье, вот, например, да, у нас у каждого, вот мои там братья, сестры, у них у каждого есть паспорт другой страны, европейской страны. У кого-то Венгрии, у кого-то Словакии паспорт. То есть точно так же и там, в Румынии. Да, и Румынии у нас тоже. Румынский, кстати, паспорт было получить проще всего. Он дешевле, быстрее. Вот. Поэтому, конечно, для них нет желания большого в Европу. Потому что если им надо в Румынии, вот там сколько километров, рядом все, они себе съездили, у них всех паспорта. Хотелось, конечно, чтобы все-таки здравый смысл победил, как победил в Белоруссии. Хотя, когда у вас был в 2020 году Майдан, я, честно говоря, и не сомневалась, что все будет хорошо. Потому что у вас очень сильный президент. И я знала, что это все быстро закончится, эта лавочка прикроется. Но в Молдавии совсем другая история. Так? Повторю свой вопрос в вашем понимании. Окончание СВО, а как будет выглядеть? Вы знаете, вот если каждый из нас начнет себя, ну, хоть немножечко очистить душу от этой грязи ежедневной, пустит свою душу хоть немного светлого, хоть немного Бога, и только тогда мы сможем победить это мракобесие, которое активизировалось во всем мире. И то, что мы сейчас наглядно видим на Украине. Мы не они. Конечно, зло, оно более привлекательное. Его могут подавать по-разному. Добро не такое привлекательное. И нам, им кажется, что мы слабее. Но мы сильнее. Может быть, сейчас кажется на данный момент, что мы там слабые, что вот могли бы уже давным-давно это закончить. Мы вечно жалеем, как знаете, в социальных сетях, ой, вечно жалеете этих хохлов. Вот посмотрите, они нас не жалеют, там американцы никого не жалеют. Неужели вы хотите, чтобы мы были как они? Да если мы будем как они, тогда все, мир прекратит существовать, потому что мы добро, а не зло. Нам надо с ними бороться нашими методами, человеческими методами, гуманными методами. Конечно, это очень тяжело, это очень длинная дорога. Но нужно не смотреть на дорогу сейчас, нужно понимать, какой будет результат. Ведь у нас есть то, что у них нет, у нас есть Бог, Он с нами. Поэтому мы правильно все делаем. Дай Бог, чтобы мы дальше так все делали. Никогда, ни в коем случае, как бы нам сложно ни было, не переходили на их сторону. Потому что для меня Россия — это единственная страна в мире, которая сможет победить это все зло, этого, знаете, не знаю даже, как это сказать, это мракобесие, которое сейчас, только Россия. Я знаю, что только Россия сможет спасти моих земляков, которые сейчас не виноваты в том, что идет война. Вот
сосед, например, мой, да, где я там в селе выросла, который всю жизнь там работал на тракторе, да, там, но он далекий от политики, он вообще не знает, что происходит. У него там дети, семья, религиозная семья, то есть, да, у них семья. Его забирают на фронт. Почему он должен умирать? За кого он должен? Он кому-то что-то плохое в своей жизни сделал? Нет. Поэтому, на мой взгляд, только вся надежда только на России. И если мы говорим, опять-таки, мы будем другими методами, их методами, ничего с этого не получится. Какими бы ни были мы, что бы мы ни делали, мы никогда им не угодим. Мы никогда не будем им нравиться. Мы никогда не будем им... Были мы, там, не знаю, империалистами, мы им не нравились. Стали мы коммунистами, мы им не нравимся. Стали мы демократами после развала Советского Союза, мы им тоже не нравимся. Ну, это очевидно, что кем бы мы ни были для них, мы враги, которых нужно уничтожить. Им нравятся огромные газовые запасы, которыми обладает, конечно, Россия, огромные запасы нефти, которыми обладает Россия. Им также нравятся запасы калийных солей, которыми обладает Беларусь. Им нравится разнообразие всей таблицы Менделеева, которая есть на территории нашего союзного государства. Вот что им нравится, вот что им надо на самом деле. Конечно. И чтобы нас тут было поменьше. Вот это вот, это, естественно, вот мы самая большая страна в мире. Ну, естественно... А для того, чтобы нас победить, прежде всего, что нужно уничтожить? Конечно, то, что нас всех сплотило. Это православие. Поэтому, собственно говоря, этим они сейчас и пытаются заниматься. А мы, в свою очередь, должны делать все возможное, чтобы противостоять. Татьяна, у вас сейчас проект, я так понимаю, для вас новый, а может быть нет, вы сейчас подробнее расскажете, новые украинские русские. Что это за люди, ну, с которыми, я так понимаю, вы уже познакомились, и в чем суть, и для чего вот так вот вы стараетесь придать широкой огласке историю этих людей? Я сама из Украины, сама переехала в Россию, сама проходила путь легализации, путь, начиная все с нуля, и на себе ощутила, как это, как Россия встречает беженцев, как Россия встречает здесь украинцев. И я об этом неоднократно писала в своих социальных сетях. И поскольку у меня довольно-таки активные соцсети, мне очень большое количество людей писало из Украины, которые переехали кто-то в Европу, кто-то в Америку, кто куда. И, конечно, они спрашивают, как в России, а правда ли, что там в России все очень плохо? На что я, конечно же, пыталась отвечать людям, рассказывать, что на самом деле не все так страшно, как кажется, наоборот, хорошо. Очень много людей, которые хотят сюда приехать, но сомневаются. Я решила, у меня такая идея была, вот, создать проект, где мы бы на примере простых людей обычных показали, какая Россия на самом деле. Как здесь можно восстановиться, как здесь можно социализироваться, адаптироваться, как люди сюда приезжают, с чего начинают, как их встречает Россия. Что все мы прекрасно понимаем, как к русским относятся на Украине. И украинцам интересно, как к украинцам относятся в России. Поэтому, на мой взгляд, это очень интересно. Это очень нужно, значимо, потому что Россия открыта для хороших, для нормальных, адекватных русских людей. Поэтому люди наверняка посмотрят истории простых людей. И, возможно, у них тоже будет, они примут решение сюда переехать. Я думаю, что и из Беларуси наверняка масса историй, которые могут вдохновить вас на то, чтобы рассказать о них широкой аудитории. Кстати, очень хорошая идея. Я думаю, что те, кто нас смотрит, с большим удовольствием вам напишут и расскажут свои истории. Те украинские семьи, которые, ну, обрели второй дом в Беларуси, их таких очень много, поверьте. Обо всех так сразу и не расскажешь, но есть и уникальные очень люди, интересные, которые приехали, живут здесь и ценят главное. Главное, что здесь мир, и нет того, что, знаете, как вот с донецкими разговариваешь, там, да каждый день что-то прилетает. И где гарантия, что ты встал утром, у тебя там Хаймерс или какой-либо, как неважно что, прилетит в голову просто. Гарантии никто не дает.
Это другое ощущение реальности, и нам, живущим вот в мирной обыденности, нам его сложно понять. Вроде и понимаешь, когда тебе рассказывают. Но все равно не прожив это, не прочувствовав, это так, как они, ты это не поймешь. Конечно, конечно. Я в 22-м году ездила в Мариуполь, как раз когда еще не освободили даже Азовсталь. Это было 12 марта, я приехала с гуманитарной помощью. И с того момента как раз у меня и поменялось все очень сильно, кардинально. Понятное дело, что я была в материале на протяжении 10 лет, я отслеживала всю повестку, как там люди живут, я переживала за Донбасс, но пока ты туда не поехала, когда ты все не увидел своими глазами, это, у тебя не будет такого правильного понимания, что там на самом деле происходит. И сейчас я общаюсь с теми людьми, которые приехали. Вот у нас герои нашей программы «Новые украинские русские» столько историй рассказывали, как было сложно, что они видели, через что им пришлось пройти, чтобы спасти свои жизни, но это словами не передать. Вы знаете, я так рыдала вместе с ними, когда я слушала эти истории, настоящие истории настоящих простых людей. Дальше у нас будет больше героев, нужно об этом говорить, нужно об этом рассказывать, потому что я лично сама настолько благодарна России, я настолько здесь себя чувствую как дома. Я очень счастливый человек, потому что и вы счастливый человек, потому что у нас с вами повезло, мы живем в самых лучших странах мира. А все остальные нам завидуют, да. Что ж, спасибо огромное, Татьяна, за ваши эмоции, за ту работу, которую вы делаете. Она действительно важна, чтобы люди понимали. И на живых примерах понимали, в первую очередь, как можно, собственно, и не все так страшно, как рисует им там их пропаганда, да вообще не страшно, здесь все живут нормальные люди, и, ну уж эти старые стереотипы, что там медведи по улицам не гуляют с балалайками и так далее, это точно нету. И вам большое спасибо.